Участок вдоль Кора по проспекту Имама Шамиля благоустроят. Территорию между многоквартирными домами номер 34 и 36 приведут в порядок в этом году в рамках муниципальной программы. Жители уже ознакомились с проектом, согласно которому здесь предусмотрена установка освещения, площадка для отдыха взрослых и озеленение. Весь участок станет пешеходным. Здесь планируется произвести демонтаж старых заборов, незаконных, демонтаж пристроек, старых, вырубка старых деревьев. Существующая дорога есть, ее будут демонтировать. На ее месте будет тротуарная плитка, тротуарное покрытие, дорожки. Будут вдоль них установлены скамейки, наружное освещение будет, там детская площадка предусмотрена по проекту. По окончанию строительных работ будет произведено озеленение, то есть посадка деревьев, кустарников, будет газон посажен. Мы побольше хотим зелени, омолодить наши деревья, потому что они уже чтобы дети могли здесь отдыхать, взрослые выйти на скамеечки посидеть, потому что здесь вечерами прекрасный воздух, вот, рядом вода и Что ждем? Ждем, чтобы будет все хорошо, красиво, вот, и качественно.